Шановні колеги, ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перше питання – оперативна інформація щодо стану захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одесі та заходи з недопущення його поширення. Будь ласка, Елена Олександрівна, доброго ранку, будь ласка. В Одесі в місті зареєстровано 30 997 случаев коронавирусной болезни, из которых 249 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, 198 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3 пациента на СИПАП, у 48 пациентов состояние средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 19 000 215 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 62%. По Украине 64,1%. 11 241 пациент с COVID-19 из числа жителей города проходит лечение на дому, находится на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 1005 человек, летальных случаев по учреждениям города 484. Нам необходимо понимать четко положение вещей в Одессе, наши возможности, знать наши потребности, что нам еще необходимо, и понимать, как будет, не дай бог, посмотрите, Великобритания, возник новый штамм, дай бог, чтобы нас это обошло стороной. Где-то обнаружено там... инфекция Эбола в Украине. Мы не застрахованы ничего. Нам необходимо вот этот грустный, печальный опыт максимально сейчас использовать. А использовать его нужно проводить четкий анализ поступления пациентов, больных, откуда, с каких регионов, как проживают, почему, и вырабатывать свою позицию в этом вопросе. Нам не дано такое право самостоятельно определять, какую вакцину закупать, как бы это не хотели там и не выкручивались депутаты, занимаясь политиканством. Есть процедуры, в каждой стране процедуры, которые необходимо соблюдать. Все остальное – это просто фантазии и расшатывание ситуации. Но если у нас поступит Pfizer, где мы будем, где у нас такие условия? Есть у нас вообще где-то условия такие, чтобы минус 70 было? Нет, у нас таких условий нет, потому что никогда не было таких условий хранения. Мы сейчас изучаем этот вопрос, где и... какие средства, ну, именно сколько это будет стоить, можно закупить. У нас 11 пунктов вакцинации есть. Это пункты, где всегда планово проходит любая вакцинация. Если будет необходимо, мы эти пункты расширим. Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Буквально с пятницы начали его изучать. Все участники нашей сегодняшней нарады, нашего совещания, слышали те вопросы, которые я задавал, слышали на них ответ. Так вот, требование какое у меня ко всем подразделениям, чтобы потом не было это, как знаете, как... А мы не знали, мы нас не предупреждали. У нас есть сегодня ведутся работы. Работы, которые начаты в 2019 году, в 2020 году. И они подходят к завершению. Это объекты, я прошу такие объекты считать объектами первостепенной важности. Я имею в виду не первостепенной важности по значимости. Объекты, которые мы должны закончить. Я хочу, чтобы по каждому такому объекту, независимо от подразделения нашего, департамента, у вас были четкие понимания, сроки завершения и полный анализ, что мешает завершить, что нужно для того, чтобы завершить в кратчайшие сроки, чтобы мы не размазывали это все на какие-то долгострои. Давайте подведем, каждый проведет анализ вот такой итоги уходящего года, тем более, что его действительно он и календарно ходит, и финансовая заканчивается. Поэтому подвести такие итоги, определить, чтобы мы четко, у каждого подразделения был план по всем нашим проектам. Не только, я имею в виду, строительным, где требуется выполнение каких-то работ. Вот те планы, которые у нас были на год, практически по всем направлениям. Это и департаменты туризма, культуры и туризма. Это и экология. Вот все, что у нас было... Все, что мы планировали, пожалуйста, поднимите все, руководители. И скажите, чтобы у вас были четкие, определите какие-то проекты, четкие сроки их завершения. Когда мы будем, мы должны понимать, когда мы будем, закончим это и будем двигаться дальше. Это касается абсолютно всех департаментов управления. Всех. В
том числе районной администрации.